Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здорово, ребята, с вами Димка и Юрка, мы на горе, а у нас спуск без тормозов. Здорово. Сегодня, друзья мои, мы будем выбивать рандомные, случайные, быстрые читачки и выпрыгивать на них через вот эту огромнейшую рампу. Мы должны будем перелететь всю карту, и кто не смотрел прошлую серию, обязательно посмотрите, мы это сделали. Не забудьте также поставить лайк на этот ролик, не забудьте также подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а на первый раунд будем спавнить по одной случайной машине, так, Кеннис пока не идет в учет, и Мерседес АВТР. Кстати, он цепляется, я вспомнил, он не выпрыгивает, поэтому просто его меняем на следующую. Так, и у меня вот такая вот прикольненькая лампа, у тебя получается бэха. И давай стартовать и пробовать. Ребята, в комментариях напишите, за кого вообще болеете, за меня или же за Юрца. Ну а мы напомним, друзья. А то уехал уже, что ли? Я тебя не вижу, да? Просто. Ты с ней ждешь? Понял. Но у меня же сот, особо-то она не разогналась. Так вот. Что будет дальше за прыжок этот, соответственно, получит, во-первых, дырка балл. Будет дальше. А также, друзья мои, возможно, заспаунить 3 тачки, ну и, соответственно, победу в раунде. Так, давай. Ну, плюс-минус. Ай, было бы прикольно, если бы я загладил по вот этому. Ладно. На тачке? Да, не получилось немного. Да там был такой взъебок, на котором можно было это сделать. Итак, ребята, Юра вылетает наконец-то у нас. И, кстати, таки неплохо. Да, это будет явно дальше меня. При этом сколько она разогнала по максималке? 800? 800 с копейками, да. Да, ребята, это очень G-bike. Круто. Ну, да, это прям не какие-то там классные далекие прыжки, но все равно тоже вы посмотрите, как вылетела эта бэха, тоже было приятно. Окей, баллы мы записали, то есть один на твой счет, у тебя 3 тачки на второй раунд, ребята, а жеребьевочный у нас окончился. Так, Юра у нас тигром тут заделался, поэтому, ребята, спавним следующие тачки. 2 штуки у меня, емать. Мне бы вылететь на этом Кадиллаке. Емать, что было бы. Дико. Да, кстати, у него, по-моему, открываются вот эти вот еще, ребята, фары. Это очень красиво, то есть это вообще антуражно. Я такие тачки обожаю, то есть, ну, сами понимаете, с историей, которые... Опа, первая у тебя есть. При этом это, кстати говоря, выпрыгивает. Она вроде как ускоряшка. Ну, у тебя еще получается две. Ребята, Юра чистил у нас кэш, поэтому у него очень долго не спавнит. О! Не, ну более-менее еще спавнится на самом деле. Шевролет, это, конечно, хорошо. Сколько ему лет, вопрос. Да, ребята, ну и последняя тачка. Пока нету. Форд. Ну, форды, да, форды летают. Вы в комментариях, друзья, напишите его. А вообще, как считаете, сколько у нас сегодня будет читов? Или давайте-ка даже проведем челлендж. Давайте-ка попробуем на этом ролике набрать 1000 комментариев. Слава богу, не считается. Слава богу, у меня уже аж сердце в почки упало. Блин, ты видишь, как Шевроле пыхтит? Он прям дымит, как паровоз. Давай, беру. Ну и по итогу, ребята, Юра берет у нас Маверик, ускоряшку, и посмотрим, что из этого получится. Ну а мы пока разгоняемся, ребята, Кадиллак. В корявка. Давай. В корявка, в корявка. Кадиллак, ты сможешь? Блястяще, да. Снеганца, чисто носик мы припудрили, и, ребята, пробуем вылететь. Чисто вылетели, да. Чё я-то? Договариваю мыслю. Припудиватель. Ну, носик-то на машине, а не где-то еще. Ну, я по итогу, ребята, я тут старался, перелетаю, охренеть. Я бы был бы... Это была победа, если бы я залетел, ребята, еще и на вот этот вот, получается, балкончик. Это было бы очень красиво. Так, давайте-ка посмотрим, где у нас Юра. А Юра у нас я, короче, упал на каблук и на ускоряшке до сюда. Ты вылетел до сюда с каблука? Охренеть, да. Ребята, это как бы, ну, так и солидно через большие здания пролететь. Окей, ну это мой балл, мы как бы сравняли по общему количеству наши баллы 1-1 и отправляемся на третий раунд. Давай. Три тачки у меня, опа, это хороший Мерс. Вижен. Морган. А, ой, Финя, таля комедия. 260, я даже не знаю, я лучше возьму, наверное, Финик. Я возьму лучше Финик, ребята. Q30 не такой, как Q90, но летает тоже очень хорошо. Очень даже хорошо. У Юры, как всегда, патина хати, да? Пока не вы... Отчит. Не модные. И... Ну, блин. Я думал, это он, который тоже чит, и который реально охренительный чит. Да, но обе не модные, тачки не особо. Типа читы должны были быть, и обе не читы оказались. Не особо, да, вроде как. Ребят, ну пробуем. Кушка должна у нас даже экстрабал сегодня поставить. Кушка? Чисто вылетел, 1100. Кукушка.
кукушка, давай, давай. Ну ты сейчас 100 давай. Немножко шарканул только. Ты сейчас 100? Чего, да. Блэд? А на чем-то ты так? На Шевроле или что это Шевроле? Я по итогу до Рублевки долетел и очень сильно ударился. Да, я ударился в забор, мог быть стройка. Дальше. А, ты на стройке? Ты сейчас 100 на стройке? Ну, я прополоскал пузом, да. Понимаю. Окей. Ну, а это не может не радовать, ребята, потому что это мой очередной балл, и пока что очень даже неплохие машины нам дропаются, а мы отправимся на следующий. И выходит, что у нас четвертый раунд, и по баллам 2-1, это очень-таки классно, три тачки в моем случае. Блин, байк-драгстер, но он не вылетит, да. Поэтому сразу его меняем. Опа. Передние купе. Ага, херня, херня, вот это тоже херня, но более-менее. Ой, у тебя, кстати, приора быстрая, она очень хорошо выпрыгнет. Я знаю, поехали. Если выпрыгнет. Приора опера, ребят, добавим ее тоже к себе в базу и полетели разгонять максимальные скорости. Давай. Ассимилите. Давай, давай, если не давай. Если я не виноват, я тебя не вижу. Давай, давай, 950 я вылетел. Ай. Больно. У тебя что? Ага. 1200, но не доехал. Давай, по новой тогда разгоняй, ребята. Ну, кстати, при 900 таки неплохо вылетел. Слушай, я сейчас поборюсь еще с твоей приора опер. Опер-жопер. Лада из ада. Главное. Ну, давай, 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 стартуй, братка. Братка сердца, ты, главное, должен вылететь. Она не переезжает просто даже. Ну, давай, не расстраивай нас, братка. Давай, вылетай уже, ёпта. Вот видишь, она не понимаю, доезжает. Понимаю, да. Ну это уже сколько? Пятая попытка, что ли? Это да, да, это бессмысленно. Ну, это говорит о том, что, ребята, у меня автобал. Тачка слишком низкая, у нее подвеска прыгающая. Вот если он сейчас на дороге это покажет вам, ребята, вы все прекрасно сами поймете. Ну, вы видите сами, ну, она вижу, вот так, прыгает. Она прыгает, да. Она прям очень сильно прыгает, поэтому, ребята, из-за этого она и цепляется. Тут ничего уже не сделать. Какие баллы мы записали, ребята? Явно бы ты на меня не долетел, наверное. Но отправимся тогда на следующий раунд. Пятый уже у нас по счету. И вновь три тачки, это уже звучит, как знаешь, как уже... И мать, как классика. Привычка. Классика. Хома, да ну тебя взад. Я охерею, какие тачки дропаются-то. Ребят, это херня на самом деле, джип. А вот Хома, это прям Хома-Хома. Мне кажется, джим лучше был. Хома не летающий. 155 у джипа. Ну, бх. А у тебя все, что ты? Я, блин, жду третью тачку твою так-то. Ребят, давайте-ка покрасим, блин, Хома. Напрыгнет, нет? Я не знаю. Или что это? Ну, можешь икса оставить, не удалять, и прыгнуть на Весте. Но она тоже низкая. А, она дрифт-корч, дядь. Она же дрифт-корч. Слушай, а Хома не действительно, да? Подкачал. 670. Ну, Веста ей даже увереннее, чем... Идеальный прыжок, блин, писюн зацепил. Ха-ха. Облизнул, так сказать, наверное. Да? Чего? Прыгай ко мне. Я к бомжам. И моя писюна полетел. Да ну нах! Ага. Это экстрабалл, действительно, ребята. И это 2. Получается 4 по баллам. Ну, это ворчит. Это очень красиво. Да не, это у меня сосед. То есть получилось не то, что я врезался в этот писюн. Получилось так, что я на большой скорости вылетел, и он меня еще и подкинул дальше, грубо говоря. Да-да-да-да-да-да. Кстати, ну мы сюда еще ни разу не приземляли, чтобы к военной базе. Вот прям сколько серий прошло, ни разу мы сюда не приземлялись, ребят. Поэтому за это определенно ставим лайк. Ну и по итогу, ребят, радуемся, что у Весты вот такой был прикольненький прыжок. И отправляемся тогда на уже 6-й раунд. Давай. Только тогда у нас балл, наверное, 2-3. Да, я что-то тупанул, неправильно посчитал, но... Да ага. Ну тебя, ты чё творишь-то? Да дай ты мне нормальную тачку, ну не москвичи же, ёпа. Сам бы на них бы прыгнул. Понимаю. Понимаю. Ты видел, что у меня вообще? У меня, блин, Volkswagen дропнулся, B3. И москвич, у которого под капотом 130, все, ребята, вижу. Я убрать не буду. Да, у меня Volkswagen, который на 8 км в час быстрее по паспорту. Ну проверим, на самом деле, так ли это? Ну у меня вообще непонятный Porsche. Обычный. Незаурядный. Слушай, а я так-то 600 разогнал. 660. 670 даже будет. Есть. Я выпрыгнул от угла. Тоже от угла. Ну я дальше. Девки, разойдитесь. Я дальше? Чего? На говне. Блин, и в палках я вылетаю дальше. Хотя, кстати, у меня был такой B3 на 1.8 движке. Он охренительно, получается, разгоняется. И вот он очень быстро едет. И тяговитый еще в придачу. Так, а ты куда приземлился?
А, вот сюда прям, да, получается. Понимаю, да, в подворотне. Ладно, ребята, Юрка маньяк у нас в деле, мы отправляемся в следующий раунд. Плюс один балл мне на счет. Ну давай сейчас какую-нибудь магнум, пожалуйста, дропни мне. У меня при этом три тачки, как бы, вторая. Оу, если это чит, то это бомба. Бомба, петарда. Ребят, я удаляю сразу вагон. Я уверен, что здесь чит. Да! Чит! Я почему, да, так вот, ну, навскидку это сказал, потому что, ребята, у тебя тоже хороший мерс. У нас есть две таких тачки одинаковых абсолютно. Только у одной под капотом 200, а у другой там 400. И у меня как раз таки та самая. Бугатти? Чирон? Новая, которая. Ну да, Широн там 20 какого-то года. И я ударился. Так, ну я вылетаю примерно 850. Это, конечно, не прямо уж ее максималки, но хотя бы так вот я выпрыгнул. Я думаю, что у тебя даже лучше будет мерс. Потому что он вроде косарь разгоняет. Ну ты на нем выпрыгивал, поэтому я... Да, он 1200 даже разгоняет. Но я приземляюсь. Приземлился в ступеню. Так, ладно, смотрим, что у Юры. Смотрим, что у Юры, ребята. У Юры пока все печально. Вылетел, да, чисто? Ты мне багаешься. Да. Ты как будто сейчас меня до сих пор по платформе едешь. Звук такой остался. Чего? Но я вон внизу. Я, короче, прижимной включил, проехал момент, где я врезаюсь, я отключил сразу на вылете. Я понял. Слушай, это, кстати, лучший результат, чем у меня, потому что я не отрикошетил так. Я в камень приземлился, это было в прошлой серии, ребята, да, мы о ней говорим. И это твой балл, ты не можешь не радовать. 3-5 по общему количеству. Ребята, мы отправляемся тогда на следующий раунд. Погнали. Меня это не радует, потому что у тебя 3 тачки. Так, мы... Да, что-то с читом не додумался прижимную использовать. 162, да, получается у Ская, но я буду брать мерс. 181, это как бы такие чисто обычненькие тачки мне дропнулись. Вопрос, что у тебя? Кстати, прыгай на нем. Че под тяжеловесом? Вообще, охренеть. Да. Охренеть, два Кенниса. Или что там вообще, вот, все четко удалил. Смотрим. Тихо. Не те кнопки, немного так слегонца чуть. Вайпер. Первая тачка есть, вторая тачка есть, третья тачка есть. Вообще подборка идеальная. Каблук чисто, да, под тебя. Ладно, разгоняем, ребята. Я думаю, что там все понятно, надо ламбу брать. У тебя быстрая? Да не, у меня 500 едет. Не более. Я по рофу поеду. Ладно, брат, обогнал. 700 я по итогу еду. Я москвич взял, ну, неплохо так. Ты москвич реально взял? Ты дурак? У тебя же ламба была плюс-минус. Ну и вайпер был плюс-минус. Ну вайпер цеплялся стопудово, и он особо не вылетал. Ты реально москвич взял? Ну ты больной. Да, я чисто вылетел еще. Ты больной. Чисто по рофу, что ли? Ты сейчас можешь меня обоехать. Я сейчас чисто по накату поеду. Да пирожковоз! Пирожковоз действия! Я поэтому его и взял. Не вылетал. Чего, блядь? Это идеальное приземление, повезло просто. Да, ни во что не ударился, и ребята забирают балл. Я не верил в него. Вы посмотрите, как говорится. А в русский автопром-то верить надо, пацаны. В русский, да, верим. Все, что остается. 4-5 по баллам, это очень-таки солидненько для тебя. Мы отправляемся тогда на следующий раунд. Полетели. Давай. У меня до сих пор большие впечатления от пирожковоза, потому что я реально не надеялся на то, что он прям хорошо вылетит. Так, вулкан у меня первый. Идеально. Яга вторая. Так, это херня, я по итогу беру вулканидзе. Так, давайте-ка поднимем подвеску, чтобы уж, ну, может, повлияет это. Ну и смотрим, твои еще две тачки, так-то надо дождаться их. По-хорошему, да. Ой. Опа, Урус! А это что? Это пыжик? Ёпта. Это, кстати, Урус, по-моему, тот, да, или нет? У меня фаворит. А, не тот, ну все понятно, ребята. Да, тебе немного не повезло. Мы, ребята, стартуем. Я опять по рофлу. Я сейчас буду орать, если ты еще и выиграешь. Не знаю. Потому что я бы не сказал, что у меня вулкан прям топовый. Я этот пыжик не знаю, а Москвидоне плюс-минус, ну такой. Прикинь, он быстрее, чем пирожковоз. 620 у меня. У тебя что? 740. Чего? Я дальше? Да ну тебя нах. Да, я дальше, я чисто прилетаю. Подожди, я еще катиться буду. Бля, сейчас я скатился. Да, понимаю, ребята.
Чего? Москвич, реально, ребята, москвич — это старый русский москвич, и он забирает балл. Сломал шаблоны. Приносит, это получается, очередной юрцу. Да, 5-5. Окей, нас ждет предпоследний раунд, ребята. Сейчас будет самое интересное, потому что у нас опять-таки ничья, и борьба идет прям на равных. Ну, при этом у тебя 3 тачки, и ты их уже спавнишь. Вегера... Так, Рэндж. Рэндж, кстати, более-менее, он выпрыгивает. И Бэха! Я тебя обожаю, Аран. Ребята, в комментариях плюсаните, пожалуйста, в чат. Да, если вы хотите, чтобы у меня дропались хорошие тачки, ребят, спасибо огромнейшее, я вас обожаю, вы лучшая у меня аудитория. Но при этом у меня Бэха прям вообще топовая. 530-я, которая. А, 530-я, да, хорошая, да. Хома, у тебя получается еще две, да, еще две тачки надо дождаться. Хома точно не долетит до 530-ки. Поэтому не вариант. Да ну, чит, сук! Сук, 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 чит. Реально чит? И Годарка еще причем. И Годарка. Но Годарка особо не летала, ребята. Хома не летала, а вот чит, быть может... А, ну он либо цепанется еще. Он вроде очень быстро и цеплялся всегда. Тут, как говорится, хозяин барин. Давай. А он летал, и он... Я врезал. 820 у Юры, и на чем ты вылетел-то? Годарка. А, Годарка, да. Я, ребята, вылетел на 900-х, и вопросы. А, ты все уже врезаешься, да, я по итогу, ребята, прилетаю дальше. Чуть дальше. Мне подожди, просто ради интереса. Мне прям интересно. А, ты хочешь на чите выпрыгнуть? Кстати, я очень хорошо прокатился, и при этом, ребята, немного смяло тачку, но неплохо так-то вылетел. Так, а где у нас я Годарка? Я сделаю по-другому. Да, сразу... сюда приземлилась. Ой, а вот она, получается, херону. Ребята, Годарочка у нас. Так, давайте-ка глянем у Юры, как же он выпрыгнет на чите. То есть, ну, я более чем уверен, чит был бы дальше. Если бы вылетел. Ну, по максималке он не особо дальше. Я на прижимной выпрыгнул. Я был бы дальше, да. Ну, я бы дальше. Но тебя не был, сильно, да. Слушай. Не-не-не, я намного дальше, дядь. Я ж до, ну, получается, тира долетел, до амунации, как бы там, на вайн. Ну, короче, которая... друг друга стоят, они одинаковые. Да, 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 тоже неплохой результат, прикольненький прыжок. Она зажидает финальный раунд, и по баллам 6-5 плюс твой экстра. Ну и последний финальный раунд, ребята, спаун ее, получается, 3 тачки. Так, пока херня. Херня, додж и херня, понял. Так, это 154, и здесь 173. Как бы ничего хорошего здесь меня не сулит. Ладно, первая твоя есть, вторая. Да не особо, что-то прям тачки такие интересные. Ебать! Сарделина. Понимаю, но я по рофлу опять. Ну, кстати, она выпрыгивает. И она, по-моему, 800 разгоняла, до магистрали 100 пудов долетала. По-моему, она где-то у меня там 2 серии подряд. Ой, назад была. Maybe. Слушай... Че, быстрее тебе? Ты выиграешь даже еще. Да ну на! Audi Mans, ребята, чтобы вы понимали. Я вылетел идеально. Да, ну, да, да, на ебать. Да и дальше меня, я до каблука долетаю. Серьезно? Чего? А, да, я думал, ты перелетаешь, получается, магистраль. Ты на здании засейвился? Чего? А ну-ка, чисто ради интереса. Да ладно тебе. Тонет. Ебать, воткнулся просто. Да-да-да, видел. Ребята, ну а на этом мы будем заканчивать данную нашу серию. Было весело, прикольно. В конце лимузин по итогу заряжал. То есть он приносит балл юрцу, у нас общее количество ничейное, ну и экстра твой, и ты выигрываешь. Ставьте лайк, ребята, подписывайтесь на канал. С вами был Диман и Юрка, удачки, пока-пока. Пока.